Привет, я Хидан, он же Джон Крот, и в этом очень быстром коротком видео я покажу, как элементарно играется песня Неразбериха Noize MC. Так, начнем с того, что первый аккорд самый простой, это ля минор, все его знают как брать, АМ. Потом можно так сыграть, можно так сыграть следующий аккорд. Элементарно. Следующий аккорд очень простой. По сути, это фа, только без баре. Все, что мы делаем, это вот на первом ладу второй струны, потом на третьей струне на втором ладу, вот, и на третьем вот это, ну, обычная схема баре, только без баре. Вот так вот. И потом, последний завершающий аккорд, мы передвигаем все это на четвертый лад. И все. Больше нечего делать в этой песне. Песня отличная, легко играется, приятный мотив. Залипнуть можно просто по вечеру. Так что играйте, пойте. Всем удачи!